ты себя чувствуешь? Лори, что с тобой? Доктор, Ки, все нормально, все хорошо. Она очень переживает. Ей лучше пойти. Хочу выдавать администрации бедную запутавшуюся девушку, которая пишет плохую порнографию. Ее выможут дегтем и обваляют в перьях, как только я выясню, кто такая эта Леона. Я сделаю все возможное. Будь взрослее, Алан. Ты знаешь, что только ухудшишь дело. Иногда я думаю, что тебе это нравится. Мы были так похожи. Когда она отсутствует.